А вот мы и продолжаем выполнять миссию на лояльность Талии. Нам нужно отключить VI, чтобы разрушить эту цепь, нейросеть, которую геты как-то восстановили или самовосстанавливаются с помощью этой сети. Вот там гигантский прайм, который охраняет главный компьютер. Да, это будет очень большой проблемой с ним расправиться. Где-то обычно прут на пролом, а у них еще есть такая функция. Они прячутся в укрытии от нас. Нам нужно помочь напарников, они в засаде. Талия у нас погибла. Дарса ранили и убили. Так, восстанавливаемся, детки. Понятно, там такой терминатор. Его отвлекает пока наш защитный дрон. Завалили с помощью этого излучателя. It's me, Shepard, нам говорит Гарус. Прости, Гарус. Хорошо, что мы не наносим никакого урона нашим напарникам. Иногда получается так, что мы можем попасть и по своим. Особенно если как Гарус он нам дорогу перегородил. Что тут мы все собрали? Давайте узнаем, что же произошло на самом деле. И отключим это VI. Что-то у меня маячит в какой-то запоздалый кадр видео. Чё за нах такой у меня с видео? Хочу, чтобы эта политическая грязь забрызгала Талия. Не впутывайте сюда Талия, собирайте новых гетов из того, что есть. Если нужно, наплюйте на технику безопасности. Вот он наплевал на технику безопасности, вот что получилось. Теперь у нас есть улики. Виноват он во всем. Если это всплывет на суде... Мы не можем ничего рассказать ни адмиралу, ни кому-либо еще. Это необходимо использовать. Ну да, ее можно понять. То есть, получается, во всем виноват он, произошедшем, отец Талию. Но, с другой стороны, виноват-то он. Он действительно поступил плохо, значит, Тали нужно как-то... Если она на него злится, забить на это, хотя бы она в флоте останется. Тали-то в этом не виновата. Не уничтожай память о моем отце. Нам нужно скорее возвращаться обратно, иначе они посчитают Тали мертвой и оправдают ее посмертно. Нам нужно вернуться в суд и предъявить доказательства. Вот. Какие доказательства мы предъявим? Уж лучше Тали останется. Мы тут, оглянись, вообще Таль жива. Старый диалог еще бормочет там.
Прошло только несколько часов. Чуть ли не силой затолкали ее на Аларе. Но это правильно, да. Они уже суд без нас начали. Уже нас похоронили. Уж лучше мы Тали спасем, пусть она останется во флоте, чем будем оправдывать отца, который действительно предал корианцев и накосячил с этими разработками, испытаниями над оружием. Они уже готовы вынести вердикт. Они этого и ждали. Ты могла подождать. Мне тоже это не нравится. Это так неожиданно. Но не для Шепард. Но с коллекционерами собралась драться. Какой там Аларей? Что там произошло? Сейчас нам нужно выбрать, что же нам ответить. Тали, конечно, на нас разозлится, если мы расскажем всю правду. Но уж лучше спасти Тали, ведь а вот у нас есть знак героя. Это хорошо, значит, мы можем убить два зайца одновременно. Выбираем тогда знак героя. Сказала, так сказала. Че, кварианцы будут молчать после такой речи? Вот и хорошо, что у Тали есть такой капитан Шепард. Не нужно воевать, удачи на войне. Она со мной, спасибо. Что же выбрать? Ну, спасибо не за что, потому что нам спасибо. Удачи со мной. Как сложно выбрать-то. Вроде удачи на войне. Не хотим, чтобы они воевали. Шепард разбушевалась. А Тали в шоке от ее речи. Тут такое шоу устроила. Да, ее семья — это ее команда. Поэтому она ими дорожит очень сильно. Зато мы справились, неважно какая, смешная, не смешная. Да, Тали, такой хороший персонаж. В любом случае, с ней приятно как-то общаться. С некоторыми напарниками бывают проблемы, вот стали. С самого начала у него как-то наладились отношения. Very impressive speech, Commander Shepard. But tell me truly, did you recover any of Rael Zora's research?
nothing that will help you, Admiral. Pity. Oh well. Whatever is created can be recreated. In any event, I am pleased that our talk regarding the war conundrum allowed you to help Tali. Her exile would have been unfortunate. Ваши идеи ошибочны. Наверное, нужно ей сказать. We shall see, Commander. Many things are impossible until they are done. Да ладно. Они развязали эту войну, вот результат уже. Их действий. На словах все дело, типа, ошибочно пока. Не возьмешься за дело. Че, еще с кем-нибудь поговорим? Survivors. Did you find real Tali? I am sure he would have left you a message if it had time. Не знаю даже, правду ей сказать. Ему не было дела до Тали. We found Real's body. He left a message for Tali. I can only imagine how horrible this is for you, child. But at least you got to hear your father tell you he loved you. Он, конечно, сказал, что он ее любит, но то, что она узнала на Аларее, и не облегчает ее страданий. Рассказать ему правду нет. Дадим слово Тали, пусть она сама скажет. Shepard, thank you for your help on the Alarai, and thank you for helping Rael Zora's daughter. You stood for her when we failed. We were wrong to let our own concerns about the war overshadow Tali's trial. Продолжайте бороться за мир. Galaxy needs more people saying what you're saying, Admiral. Good luck. Thank you, Commander. Ну вот и поговорили. Так, отправляемся на Нормандию. Больше некому нам ничего сказать. Может, там на выходе еще были пару солдат. Может, они что-то хорошее скажут нам. Он нас сначала похвалил в начале, а теперь говорит, что Тали не умеет выбирать капитана. Он типа ошибался. С Тали Зора сняты все обвинения, ее верность капитану отныне не подлежит ни малейшему сомнению. Ну вот политические какие-то споры вызывают определенные беспокойства по поводу войны с гетами. У нас есть улучшение. Так, усиление члена отряда 25%. Технических умений на 60% увеличивается. Сейчас все посмотрим на Нормандии. Все исследования, все улучшения. Поговорим с Тали о том, что произошло. И уже, наверное, отправимся выполнять свой чужой жнец задание. После этого у нас все напарники лояльны. Теперь можем спать спокойно.
Многоядерные щиты нас добавились для Нормандии. Все исследуем. Технология барьера какая-то. Медицинские темы какие-то. Да к чему это он клонит? То ананасы и агарусе узнал, это как это? Так, посоветуете что-нибудь? Недорог Гарус. Чего? You have a recommendation as a doctor? Turians based on dextral amino acids. Human ingestion of tissue could provoke allergic reactions. Anaphylactic shock possible, so don't ingest. Ну, на такие личные темы мы не будем разговаривать с Мордином. Как он бестактный. Вы смеетесь надо мной? Доктор Морден Солус. Шокирующее предложение. Интересно, что будет, если скрестить человека с турианцем? Какой-то абракадабра родится? Либо вообще человек умрет при родах? Надо было спросить вот этого Мордина. Этот вопрос интересней. Надо поговорить с Тали, отправимся на четвертую палубу. Эта политика не изменится. Да, заметили. Quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. Влезаем в дела друг друга. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. Да, в этом она права. Не всегда получаешь заслуженное. Жизнь она такая. Черное-белое, потом опять черное, потом опять черное, потом опять белое. Если не черное. С Грюндом поговорим. К нему редко заходим. Маньячную тему какую-то загнет. Мертвый турианец совсем голый. Кошмар какой-то нам тут рассказывает. Так, на что он намекает? Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Турианцы ее убили и поймали, и показательно казнили. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Почему тебя это смешит? Мне кажется, это жестоким. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. Great.
It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. Так нам не о чем разговаривать с этим маньяком. Так, у нас вообще-то один турианец на корабле, с которым ты в напарниках выбегаешь. Как он может их ненавидеть? Он с ними не воевал. Он еще не родился тогда. Так мне это не нравится. То, а что насчет Гарруса? Спросить у него, что ли? Просто один из турианцев. Пока он не сделал мне ничего плохого. А он ненавидит всех турианцев. Они тоже половину из них могли не сделать ему ничего плохого. Да ну тебя, Грюнт. Воспоминания. Его даже не было на той войне. Гаррус один из турианцев, но он типа... Его они ненавидят.